Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хотел продолжить тему четверки по поводу развития. То есть помимо того, что мы делаем движение вверх-вниз, у нас еще есть возможность ударять по струнам, и таким образом мы можем глушить струны. То есть иногда я говорю, это заглушка, называю это заглушкой, иногда я называю это ударом. В английской терминологии это называют хит. Хит буквально удар. Вот. Как выполнять удар? Можно держать руку таким образом и ударять вот этой поверхностью. То есть у нас по звучащим струнам получается вот такой вот удар. Или второй вариант, мы можем выпрямлять пальцы рук и ударять вот этой частью ладошкой. Таким образом можем глушить струны. На первоначальном этапе этого достаточно. То есть именно это нужно освоить. То есть удар идет сверху вниз, и при этом мы глушим струны. Вот так вот. Вот так вот. Или вот второй вариант. Так вот. Теперь важно это связать с теми движениями, которые я показывал в предыдущем ролике. Четверкой вверх-вниз. Да, и мы делаем движение вниз-вверх. И на третий счет глушим струны. И делаем снова движение вверх. Еще раз. Вниз-вверх. На третий счет мы глушим. И движение вверх. Движение вверх осуществляется снова большим пальцем, поэтому после удара мы ставим руку таким образом, чтобы большой палец имел возможность снова поддеть струны, и мы снова начали движение вверх. Это очень простой прием, но он очень сильно обогащает игру. То есть если мы возьмем простую ритм четверку, то есть у нас будет очень простой ритм. Помним про сильную долю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И теперь на третий счет мы делаем заглушку. Или ударяем по струнам на раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И теперь чуть быстрее все нужно выполнять от медленного темпа, быстрому по нарастающей. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И чуть быстрее. И еще быстрее. Очень простой, очень популярный ритм, очень часто его использовал Виктор Цой в своих песнях, и этот ритм, этот рисунок часто повторяется. И еще какое развитие, если мы возьмем две четверки, у нас получится 8 счетов, и если мы будем делать заглушку не на третий счет, а на пятый, то есть две четверки, и на пятый счет мы будем делать заглушку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если это сыграть достаточно быстром темпе, получается очень красивый такой рисунок. Чем-то мне напоминает испанскую гитару и испанское исполнение. То есть будет это выглядеть так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И теперь чуть-чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну и понятно, это будет очень красиво звучать в аккордовом исполнении. Чтобы вам было интересно двигаться дальше, сейчас я для вас сыграю классическую испанскую каденцию в ля миноре на ре. Поехали. Это будет восьмерка с заглушкой на пятом счете. Быстрее. И еще быстрее. Помните про сильную долю. Помните про заглушку. Это очень хороший, очень простой и очень эффективный прием. На сегодня все. Я желаю всем удачи. Работайте над собой, вы достигнете этих результатов. Терпение, труд, все перетрут. Удачи всем. Пока.